Сегодня в столице Украины снова жгли покрышки. Десятки автовладельцев частично блокировали трассы на въезд в Киев, чтобы привлечь внимание к своим проблемам. Участники акции требуют от правительства и Верховной Рады принять закон, который урегулирует правовое положение собственников машин с иностранными номерами. Митингующие, в частности, предлагают отменить растаможивание таких автомобилей и перейти на оплату ежегодного налогового сбора.